Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не допустит нарушения государственной границы под предлогом доставки гуманитарной помощи американской организации USAID. Он также раскритиковал заявление Международной контактной группы по Венесуэле, в которую входят представители ЕС по иностранным делам Федерико Могерини. В документе, согласованном 7 февраля в Монтевидео, содержится требование провести в Венесуэле новые президентские выборы. Европейский Союз и Федерико Могерини обречены на провал, если они продолжат слушать и слушаться венесуэльских крайне правых. Мы отвергаем предвзятость документа, предложенного контактной группой, и его идеологию. Но я готов принять любого представителя контактной группы, чтобы начать диалог. Письмо с призывом поспособствовать диалогу между венесуэльцами президент Мадуро направил в пятницу папе Римскому Франциску. С похожей просьбой к главе Римско-католической церкви обратился Хуан Гуайдо, лидер оппозиции, 23 января объявивший себя исполняющим обязанности президента Боливарианской республики.